День российского студенчества отмечают и будущие инженеры. На сегодняшний день в условиях импортозамещения это одна из востребованных профессий на рынке труда, вместе с тем и самая популярная среди молодежи. Самые увлеченные будущие специальности студенты проводят праздник в испытательной лаборатории, где они испытывают новые образцы строительных материалов, сделанных из отходов. В гостях у них побывал и наш корреспондент. Такая специальность, как инженер-строитель, сегодня одна из самых востребованных, перспективных и, конечно же, оплачиваемых. А потому среди молодежи она популярна. Но без интереса, уверен магистрант Даниил Бабаев, делать в техническом университете нечего. Нужно быть увлеченным наукой. Молодой человек держит в руках новую разработку. Этот кубик – геополимер. Разработка совершенно новая, направлена на снижение вяжущих именно цементной составляющей, экологически чистая, в связи с тем, что большая часть компонентов составляющего вяжущего – это отходы промышленности. То есть это алюмосиликатные компоненты, шлаки, доменные гранулированные. Это позволит и переработать отходы производств, и сделать качественный материал. Применять его можно при изготовлении деталей строительных конструкций на 3D-принтере. Коллега Даниила Герман – студент второго курса инженерно-строительного факультета. Поступив в ТГТУ, он заинтересовался трудами о применении отходов при изготовлении строительных материалов, тем самым снижая стоимость продукта, сберегая экологию. Что примечательно, светлые студенческие умы не собираются покидать регион, а планируют трудиться на Тверской земле. Так сложилось с детства. Всегда меня тянуло что-то смастерить руками, что-то сделать. Так семья моя, тоже все инженеры. Можно и работать, и развиваться в науке, совмещать. В Тверском регионе быстрым темпом развивается строительство и, в принципе, инженерная отрасль. И хотелось бы стать частью, в том числе двигателем прогресса, значит, нашего региона. Разработками тверских студентов часто интересуются крупные предприятия со всей страны. Команда молодых специалистов объединяются и работают над новыми проектами, рассказывают преподаватели. Ответственно относятся к делу и не боятся экспериментировать, чем и привлекают внимание потенциальных работодателей. Так, молодые специалисты еще со студенческой скамьи получают возможность начать работать по профессии и даже зарабатывать. Причем не только деньги, но и опыт и авторитет.